есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Пастыри добрые, пастыри Божии, веру хранящие, всем во спасение, жизни отдавшие за исповеданье, имени на устах Христа, Сына Божия. Да не в погибель вам выпала люта сечь, во испытание крепости верных плеч, кто пожелал нести крест до последнего, тот испытуем был волею Божию. Молите о нас, православные, молите о нас, исповедницы, молите о нас, Бога Вышняга, спастися душа. А ныне живущие в мире по похотям, ропщем на злую жизнь, ищем виновного, сами не ведая, в ров опускаемся. Все с того времени, как только предали нашим молчанием, мы предавали вас, не заступились мы за кровь неповинную, а вы стерпели все ради креста Христа. За палачей своих, моля до последнего, молите о нас, православные, молите о нас, исповедницы, молите о нас, Бога Вышняга, спастися душам каменеющим. Пастыри добрые, пастыри Божии, диаконы, батюшки, отцы-исповедницы. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас снова в гостях дуэт «Лик на восток» из города Брянск, Алексей и Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжим нашу беседу. Я так уже понял для себя, что вы живо откликаетесь вот, на все, что происходит в вашей душе. Все, что вы поете, это прочувствовано. А вот какая-то есть, вот судя по этой песне, какие-то есть циклы в, ваших, в вашем репертуаре? Или вот у вас заболело чем-то даже, а вы спели, а потом это во что-то складывается, какие-то концерты или альбомы? Вот расскажите о своем репертуаре, из чего он складывается, и как вы его составляете, и как вы над ним работаете? Откуда появляются песни, вот, вот эти движения души? Ну, если можно, я скажу... Да. Как появилась эта песня, да. А про репертуар Алексей скажет. Да. Песня вот именно «Пастыри», она появилась после посещения вот Белгородской епархии тогда еще, село Ракитное, вот отец Серафим Тяпочкин, могила, которая там находится. И после концерта, который там еще сделали православные христиане вот, по благословению, и посещение, и... рассказа о житии этого удивительного человека, старца Серафима, родилась эта песня. Во многом это его памяти, ну и многих исповедников, священников. Как-то стало стыдно за себя, да, или как-то за нас, что мы забываем. В основном, да, то, что помолиться. Особенно забываем. Да, вот почему как мы, вот мы, тут, там есть слова такие, что вот нашим молчанием, потому что предательство, мы, конечно, не отвечаем за людей, которые... убивали или гнали 70 лет назад. Но в наше время мы можем, по крайней мере, знать. Но некоторые не хотят ни знать, ни слышать, ни видеть тем более. Вот. И, ну, историю даже знать этих людей, удивительных людей, может быть, молитвами которых и наша страна до сих пор жива. Да. Вот в чем предательство. Вот в чем боль, как вот вы хотели. Вот я ответил. Не чувствуется причастности ко всему этому. Да. Душа не откликается. Да, хотя к батюшке, конечно, приезжают люди. Но, знаете, это как если брать тут ручейки, как вот как один монах вот в нашем Сенском монастыре. Он всегда, когда выходит на исповедь, он говорит, ой, прошу прощения, на проповедь. Он всегда говорит, что нас, православных, мало осталось. Говорит, любите друг друга и поминайте наставника вашего. Вот примерно так он говорит всегда. Потому что действительно, когда в храме стоишь, кажется, все переполнено. Но вот заканчивается служба, все потихоньку расходятся как вот лучиками, ручейками, а город огромный. И в основном-то много кто и не ходит в храмы. Вот. Вот в чем боль. Сейчас храмы у нас в Петербурге. Ашан, значит, Икея. Там люди проводят воскресные дни с утра до вечера. Это вот такие вот... Сейчас создали специальные центры, где люди вместо торговые, храма... Да, торговые. Занимаются шопингом. Это ужасно просто. Кто-то в баню идет в воскресенье. Да, это нормально, но просто... Если это занимает часть жизни человека, а духовная жизнь тоже при этом присутствует, это, как бы, наверное, все-таки как бы неплохо, нет, что есть возможность. Как бы, когда человек а вместо, положено... когда нет духовной жизни, то, конечно, это все печально. Богу Богову надо отдать. Да, да, да. Не то, что отдать, а жить. Ну, про наш репертуар хотелось бы сказать, отец Анатолий, что мы, в принципе, создаем творение. Да? То есть наш образ Божий, как мы творцы, в этом тоже часть образа состоит. Да? Ну, да. Ну, творец, художник, он что творит? То, что переживает. Поэтому, естественно, наши песни, в основном они... Вот Сергей побыл, впечатление получил от старца, узнал его житие и написал песню. То же самое песня «Блаженство жить», вот Сергея песня. Человек чувствует любовь Божию, причастен церкви, таинству, ему Господь дает благодать, и он ему хорошо, прекрасно. И вот песня «Блаженство жить, пожалуйста». Или песня про душу, да, когда вот мы скорбим, что люди вот души-то вот они ждут, творец зовет, а человек не спешит. И что он находит в жизни? Куда спешит, кто его утешает. Ну, то есть это все из личных переживаний наших, естественно, наши все песни. И вот, как вы говорите, тематически у нас не было направленности конкретной. Вот только единственный вот последний проект, который мы начали, ну, это уже как бы не совсем дуэта нашего, тут больше уже круг людей, которые участвуют, это вот мы псалмы начали делать. На церковно-славянском, на музыку, тоже по благословению Оптиной пустыни.
монахом. А сейчас вот будет, да, будет псалом? Да, или... мы хотели, да, исполнить, да, 145-й. Вот, да, вот краткий ввод сделайте. Краткий ввод. Мы как люди, участвующие в жизни церкви, поэтому читаем псалтирь. Да. И не только на службе, но бывает, что и дома. Открываешь, и если псалтирь ее почувствовать на вкус, то она очень сладкая. Ее хочется читать. И как человек, всегда работающий с текстами, да, если он берет псалтирь, то он думает, а почему бы это, и не, может быть, и текст был бы хороший. А тут раз, и музыка полилась. И вот этот человек испугался и звонит. А можно ли, батюшке, благословение взять, вот, чтобы псалмы на музыку ложить? Это же, может, дерзновение некоторое. Дерзновение, да. Ну, поэтому вот мы сразу позвонили, сказали у Оптиной, да, Бог творец, творите, благословляем. Вперед. Поэтому вот уже вот у нас часть псалмов, и даст Бог, может быть, через месяц-другой выйдет диск первый. Там будет 12 псалмов. То есть это церковно-славянский язык? Церковно-славянский язык, да, и вот акустическая и музыка. Акустическая музыка. Используется виолончель. Оно в записи будет. Гусли. Гусли. Да, ведь царь Давид, он на псалтире играл. Это наподобие гитары. Вот, и Господь его внушал ему слова. Да. Это были стихи, да? А сейчас мы их как раз вот в переводе на церковно-славянском языке. Очень легко под музыку воспринимается и учится. Вот спел 10 раз, и уже практически текст он уже в голове. А так попробуй выучить там псалом. Нашел способ, да? Один из способов. Ну, как есть польза, да. Но на церковно-славянском вот все-таки можно выучить. Он 50-й, да, 90-й. А вот когда переводят на русский язык, очень, да, трудно учить. Рифма теряется совсем. Теряется. Ритм. И рифма, и очарование вот этих вот строк. Еще, наверное, много чего теряется. Конечно. До чего мы не знаем. Теряется. Это же родник, да? Или водопроводный кран. Есть разница? Да. Ну, хорошее сравнение. Да? Очень. Прямо вообще в точку. Так, ну, попробуйте, да? 145-й попробуем спеть. Начальные слова-то, а то как-то сухо звучит. «Хвали душе моя Господа». Это псалом, второй антифон исполняется на литургии, поется клирос. Поэтому большинство православных этот псалом знают. В землю свою в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаков, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю. Я же в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные. Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сирой вдову примет
и путь грешных погубит. Воцарит сам Господь вовек, Бог твой сегодня в род и род. Воцарит сам Господь вовек, Бог твой сегодня в род и род. Воцарит сам Господь вовек, Бог твой сегодня в род и род, в род и род. И диск у вас будет, да? Да, спасибо, Господи. Целый. Ну, интересно. Да, сейчас... интересно. Обязательно поделитесь, как обязательно. Пришлите. Диск, ну это диск первый псалмов. А так у нас готовится третий диск нашего дуэта. У нас уже выпущено два диска, угу. Дуэт. Первый альбом «Во славу Божию» в 2006 году выпустили. Второй альбом «На Бога уповаю» в 2009 году. И вот сейчас мы почти готовы уже... В ближайшее время, может, в течение полугода выпустить третий диск. И плюс еще диск псалмов. Вот сейчас будет готов. Хотелось бы про последнюю строчку сказать, чего мы ее поем, повторяем. Некоторые, может быть, так подумают, ну вот тоже. Псалтирь такая уникальная вещь, что в одной строчке может столько быть заложено. Да. И вот нам захотелось в этой строчке немножко побыть, что торжество. Воцарится. Воцарится Господь вовек. Да. Чтобы немножко эта строчка, она продлилась. Поэтому... Хотелось передать вот торжество. Утвердительность какую-то. Ну, может быть, в записи там приукрасить, да, может быть, даже какими-то там тарелками литавры, такими. Там. Да, хотелось, ну, то, что живое, живое. Не звук. Стесняться именно, знаете, как вот если там православные, там покаяние нужно, конечно, да. Но псалтырь – это же не вся покаянная, а там есть и хвалитные псалмы, да, да. Есть покаянные. Вот и поэтому. Я хотел добавить, да. Знаете, батюшка Анатолий, Алексей уже несколько сделал, уже, собственно, уже записаны они. И вот очень хорошо я их почувствовал, когда мы ехали ночью из Орла в Брянск, ночью на машине. Угу. Вот он включил, и мы едем сквозь эту ночь. И звучат музыка, она чем-то, ну, может быть, мне лично, например, это Pink Floyd такой русский, акустический иногда. И церковно-славянский язык, и едешь, знаете, во-первых, отступает всякая какая-то тревога, какие-то вот... боязнь какая-то отступает, и только слушаешь, и как-то и концентрация внимания там водителю, и в то же время видно вот ночь, это природа. Ну, в общем, удивительно. Вот попробуйте, батюшка, при случае, когда вас будут послушать в автомобиле. Написать на диске рекомендовано водителям дальних поездок. Да, водителям дальних поездок. Православных. Ну, любым. Ну, даже на любым, а Господь просвещает же у сердца и уши всем людям. Я тоже диск выпустил. Вот я уже о нем говорил, правда, ну, все время забываю. Называется «Как хочется чистоты». Угу. Вот. Хотел бы вам подарить... Ой, спасибо, Господи. Очень приятно. Вашему коллективу. Вот, пожалуйста. Спасибо, Господи. Я хочу тоже исполнить из этого диска песню. Она называется... «Как хочется чистоты». Такой диск. Как песня-то называется, дайте посмотреть. «Я видел жизнь». Да. Угу. И я тоже там использовал 50-й псалом, но немножко в другом плане. Я его вкрапил в текст, вот, чтобы показать, что в чем основа творчества, она в покаянии, и на чем она основана. Потому что царь Давид нам дал великий пример покаяния особенно. Он, будучи царем, когда кажется, что ты везде прав. Это надо большое. И надо так покаяться, да, со слезами, чтобы ты мог измениться даже. И вот песня называется «Я видел жизнь». Я видел жизнь.
и раны, и лохмотья, и пыль дорог, и пепел прошлых лет, и позолоту зла, и жабу на болоте былых страстей. Теперь мне нужен свет. Проснуться утром новым, светлым, чистым и полететь над этой кутерьмой и голосом певучим, серебристым наполнить возвращение домой. Щедрот твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония мое, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, тебе единому согреших, и лукавое пред тобой сотворих, яко доправдишься во злове всех твоих, и победишь его нигда судить идти. Я видел жизнь и славу, и забвение, предательство друзей и доброту врагов, и радость бытия, и мрак грехопадения. Я видел жизнь, теперь нужна любовь. Весенний ветер мне напомнит детство, и лес, и речку, и простор полей, и радостно в груди забьется сердце. А если любишь, сердце не жалей. Прекрасно. Спасибо. Царь Давид. Да. Да. Его пример для нас очень много значит. На все случаи жизни. Я всем сам рекомендую читать Псалтирь всегда, в любом случае. Сейчас спросят, батюшка, что, как молиться? Я говорю, читай Псалтирь. И всегда будешь прав. Кто-то умер, кто-то родился, какие-то обстоятельства, учеба, путешествия. Все, Псалтирь. Там есть все ответы. Особенно чудесно Великим постом. Времени вдруг находится побольше. Вроде себя немножко ограничиваешь. То вот именно Псалтирь – это то, что восполняет. Да, и особенно дождь, да. Особенно, да. Великий пост. Слава Богу. Крылья души. Батюшка, очень хорошая песня. И вот именно видел жизнь, и вот жизнь так проходит. Эшелон. Эшелон. Да. Там заставляет. У вас музыка, да, конечно. Есть пространство для прекрасно. Должно, для мысли. Нужно давать, да, людям. Значит, у нас передача, к сожалению, заканчивается. Вам нужно еще одну песню спеть. Вот как раз мы сегодня уже озвучили песню «Блаженство жить». Да. О том, что есть время покаяния, есть время трудов, но все это Господь и терпение вознаграждает, конечно, блаженством. Блаженство – это, святые отцы говорят, высшая часть счастья. Вот человек может сказать, что он счастлив. Для кого-то счастье – съесть шоколадку, для кого-то посмотреть кино. А блаженство, оно стоит над счастьем. Вот «Блаженство жить» – следующая песня. И там еще, батюшка, вот из вашей сейчас песни, там такие образы, вот речка, лес, вот, знаете, вот это тоже составляющая, что жить тоже, слава Богу, когда мир сотворил Господь. Господь же создал для нас ее.
Живи, радуйся, пользуйся. Блаженство жить. Господи. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. С вами был ее ведущий, священник Анатолий Першин, и дуэт из Брянска «Лик на Восток». На Восток. Спасибо, батюшка, вам за приглашение. Спасибо, Господи. И жителям Брянска от нас тоже поклон и Божье благословение. До свидания. До свидания. До свидания.